стих про то, как Карл кинул Клару. Не очень рекомендую к прочтению детям и старикам любого возраста, хотя все в этом мире относительно. Однажды у Клары стерли кораллы, среди ночи или белого дня увели. Она их хоронила в банке какой-то, кажется, из-под халвы. Нахальный ворюга к ней в спальню забрался, аж 8 замков подломив. Он спящую Клару и пальцем не тронул, культурным подлюга такой оказался. Наверное, гнида был к бабам брезглив. Не тронул на столике виски бутылку, картину Дали стороной обошел. Экипа журналов Playboy не прельстила, зато вот кораллы, паскуда, нашал. А утречком Клара, слезая с беды, почуяв неладное вымытой попой, пошарив глазами по евроизбе, завыла сиреной: «Кораллы-то где?» Случился тут с Кларой конфуз капитальный. Сначала истерика, слезы, скандал. 3 раза сознание Клара теряла, а после поставила Бобби фингал. Об этом писали в газетах центральных, и по ТВ был о том диалог, но просим пардона за эту ремарку, продолжу сейчас я свой монолог. Кораллы исчезли. В унынии Клара, лишь о пропаже все мысли ее, думает, кто же та гадкая шмара, которая подло, цинично, хитро, дерзко и мерзко, с придумкой и смело, легко, виртуозно, коварно и зло, мастерски очень обделала дело, стерла кораллы мои и на дно. Может, дворецкий, плешивая гнида, видя кораллы он несколько раз, может, мой повар, хорек пучеглазый, чмон, козел, пидарас. Может, магистка, что давеча клуша мне притаранила зимних рейтуз? Кто же ты, сволочь? Как разобраться? Планка на минус, в душе грустный блюз. Вдруг вспомнила Клара про Карла случайно. Ведь был у нее 7 часов лишь назад. Вроде как дринкали грог, а потом было виски, читали дурачий любовный сонет. Им весело было необычайно, и Карл предложил ей минет. Разгневалась Клара в выходке Карла, схватила его сгоряча за кларнет. А что было дальше, забылась напрочь. Ни Клара теперь, ни Кораллов нет. То есть ни Карла. Вот будет урок мне, подумала Клара, глупей и строптивей меня в мире нет. Обидела Карла, украл он кораллы, зачем я хватала его за кларнет? И Карла нет рядом, а с ним и Кораллов. Уж лучше б я, дура, пошла на минет.